смотри тогда, давай я покажу тебе первое движение. Ты посмотришь, а потом мы сделаем, окей? Хорошо. Смотри, что мы сделаем. Как мы будем ложиться? Пятки будут на весу. На весу. И вот таким образом аккуратно ложатся. Затем берут под правую ногу, правая, несколько раз носок на себя, от себя, ступня вовнутрь, ступня наружу. Потом ладошки прижмутся к коврику, пальцы растопырятся, это важно. Вот. Мы повращаем носком наружу, носком вовнутрь, потрясем сильно ногой. На вдохе ногу положим, на выдохе поднимем до упора. Так сделаем несколько раз. Это вдох, это выдох. Задержим ногу, на мышцах будем тянуть ее на себя. Затем зафиксируем двумя руками, плотно прижав. Поднимем левую ногу вверх. Будут углы 60, 45, 30. 15, 10, 5. Потом голову поднимем и левая нога. 10, 15, 30, 45, 60, 90. Затем правую подошву положим и возьмемся под левую ногу и сделаем все то же самое с левой ногой. Окей? Сейчас давай на коврик. Угу. Я буду смотреть, что ты там делаешь. Ты на коврик. И говорить тебе, да? Да, сел, подожди, взялся под коленки, пятки на весу, цепляясь кончиками пальцев, аккуратно ложись, да, левую ногу клади, под правую коленку берись замок, а левая ступня стоит, коленка вверх направлена, левую ногу подошвой поставь, левую ногу согни. Хорошо, вернись, посмотри. Вот, вот. Вот, смотри, что требуется. Я вас очень хорошо вижу. Можете рассказать и показать. Ну, смотри. Да. Ну, давай тогда вместе сделаем, да. Возьмемся под колени. Аккуратно ляжем. Левая подошва стоит, правая нога вытянута. Вот. И носок на себя, это вдох, от себя выдох. Делай, я посмотрю. Да. Ногу сильно выпрямляй под коленкой. Правую ногу вот, еще сильнее выпрямляй. Да. Она должна быть натянута, как струна. Вот, да. Угу. Хорошо, делай. На себя ступня до упора. Вверх. Вдох на себя, выдох вертикально. Угу. Ну а теперь расслабь лицо, лицо расслабляй, расслабляй лицо, расслабь глаза, глаза расслаблены, челюсти расслаблены и немножечко улыбнись, смотри на ступню. Ага. Теперь сядь, посмотри, посмотри, сядь. У тебя нога вот такая вот, а должна быть предельно натянута, то есть не совсем под коленку бери, а как будто ты ногу пытаешься положить, вот, вот нога сгибается и вот здесь вот идет захват, вот, и потом ты пытаешься ее как будто положить, и за счет этого она натянута, здесь натянута. Здесь натянуто. Окей? Бери под колени. Ложись. Правая. О, сейчас лучше. Ступня вовнутрь, ступня наружу, в боковой плоскости. Да, до своего предела. Дышим свободно.
Ладони упирай в пол, пальцы сильно растопыривай. Да. Вращай носком наружу. Точно, молодец. Туда вращаешь, хорошо. Вовнутрь. Быстро, мелко тряси ногой. Быстро, мелко. Еще быстрее. Так, чтобы бедро протряслось. Ага. Носок острый, ногу кладем на вдохе вниз. На выдохе поднимаем до предела вверх, пытаясь тянуть ногу под коленом. Вниз, вдох, вверх, выдох. Работаем. Вверху ногу оставляй, носок на себя. Да. И держи ее, и тяни ее к себе без рук, до предела. Сгибай ногу, двумя руками берись за нее, поднимай вверх левую. Левый носок острый. Да. По отношению к полу 60 градусов. 45. 30. 15. 10. 5. Голову подними. Левый носок на себя. И углы. 10. 15. 30. 45, 60, 90. Клади подошву правую, перехватывайся под ногу левую, пытайся ее выпрямить. Вверх носок, выдох, на себя вдох. Работаем. Так, да. И изо всей силы пытаешься ногу положить, но не даешь это сделать руками, тогда она натянется лучше. Ступня вовнутрь, ступня наружу. Ладони клади, пальцы растопыривай. Вращай носком наружу. Это против часовой. Да. И пытайся ногу выпрямлять. Это сложно, но надо. Вовнутрь. Трясем ногой быстро. Особенно внимание на бедро. Все должно протрястись. Опускаем на вдохе носок острый, положить ногу. Поднимаем вверх на выдохе. Вниз. Это вдох. Вверх до упора. Выдох. Помнишь про ногу под коленом. Пытаешься ее держать прямой. Вниз. Вдох.
Вверх, выдох. Фиксируй вверху, сгибай в колени, колени соединяй, руки в замок поверх коленей. Перекаты на пояснице. Коснуться пальцами ног, накатиться назад. Да, вперед-назад. Назад. Вдох, вперед-выдох. И остаемся мы сидеть. Окей. Соединяем подошвы ног. Вот здесь икроножные мышцы и бедра 90. Беремся под ступни и пытаемся голову положить на ступни. Так, да. Немножко ближе сделай к себе ноги, чуть-чуть. Чуть подошву ближе. Сейчас. Ага. О. И тянешься. Все, ты остался, я посмотрю. Отлично. Напрягай мышцы плечей и рук. На выдохе напряженное движение вперед-вниз. На вдохе чуть расслабиться. И подтянутый в глубину таза промежности анальный сфинктер. Тянешься. Десять. Минуту фиксируем. Двадцать. Тридцать. Сорок. Пятьдесят. Шесть, десять. Перехватывайся над ступнями и спину тяни назад, а голову вниз. Да. Ладошки на колени, плечи вверх-назад. Колени вместе. Правая рука на левое колено. Левая рука сзади на твердые пальцы. Так, да, макушку тянешь вверх, смотришь за левое плечо. Так, да, да, держим. На вдохе вытягиваемся вверх, на выдохе подзакручиваемся. Держим. Теперь правое колено у нас поднято вверх, и правая нога направлена вперед.
Мы левую ногу подводим к себе. Смотри, левая нога. Да. И вперед идем правым плечом. Вот так. Левое колено поставить. Правую ногу вытянуть вперед. Впереди правая, да. Да, вставай. Сзади носок на себя. И правая рука вот так вот захватывает, правая рука снизу. Мы правый бок сжимаем, левый бок растягиваем. Да. И иди боком к ноге. О, отлично. Все. И из-под левой руки смотрим. Держим. Теперь левую руку упирай, вот так вот, левая нога под правую, правая рука вертикально вверх, о, смотри, она вот такая вот, ага, да, снизу смотрим. И левую коленку ставь, правая нога вперед, и мы к ней поворачиваемся, к правой ноге. Левое бедро вертикально, да, проверь, чтобы оно было, вот четко 90, четко. За правую ногу берись, и корпусом идем вниз. Пока что это все. Да, да. Теперь здесь что нужно еще? Смотри, вот у тебя левая пятка, она немножко закушена вовнутрь. А надо, чтобы пятка была строго за бедром. Левая пятка за бедром. Вот левую. Нет, наоборот, ко мне. Ко мне веди. Вот, да, хорошо. Вот так вот. Держим. Растягиваем выдохи. Правую ногу подтягивай коленом к левой. Да. Левую ногу мы выставляем вперед. Колено правое поднимаем. И правое колено поднимаем. Да. Правая рука давит колено вниз и пятку вниз. Пятка не ставится и колено не ставится. Корпус идет вниз. Все, пока так и фиксируем. Да, отлично, молодец. На вдохе мы чувствуем все тело. На выдохе правую половинку тела и левую половинку головы. Правую ногу ставь коленом, левую ногу сгибай и на правой ноге носок острый, острый. Берешься правой рукой за колено, левая сзади на твердые пальцы. И тянешь подъем. О, да, хорошо. Взгляд вперед. Теперь мы садимся мимо ступни правой, делаем колени вместе. И левое на правое колено, правая рука сзади на твердые пальцы. Смотрим за правое плечо, мягко дышим. Да, молодец, оно.
Теперь посмотри перед собой и правая нога к себе. Раз. Правая нога на колено. Два. Левая подошва уперлась. И левый бок к левой ноге, левая снизу, правая сверху, на правой руке большой палец, кулак. Да. Вот. Смотрим из-под подмышки. Держим. Правую руку упирай, правую ногу под левую мы заводим, носки на себя, и левая рука вертикально вверх. Да, ладошка, помнишь, вот в плоскости тела. Кладем правое колено, разворачиваемся к левой ноге так, чтобы правое бедро стало вертикально и пятка была за бедром. Бери за левую, да, и тянись вперед вниз. Удлиняем, растягиваем выдох. Вдох естественный. Выдох длинный, растянутый. Левую ногу подводим. Правой. Правую ногу выводим вперед. Левая коленка поднимается. Так. Да. Левая рука на бедро. Левую пятку тянем, но не ставим. Левое колено тянем, но не ставим. Корпус ведем вниз. Держим, дышим. На вдохе все тело, на выдохе левая половина тела, правая половина головы. Ставим левое колено, подтягиваем правую ступню. Левый носок сделай острым. Левая на колено, рука, правая сзади на кончике пальцев. И протянуть левый подъем. Серединка. Левую ногу вытягивай вперед. Беремся мы за правую ногу, замочек, поднимаем правую ногу вверх, тянем, это вдох. Сгибаем к себе, это выдох. Вверх, вдох, к себе, выдох. Угу. Пока что все. Да, молодец, держим, работаем. Ногу зафиксировали, держим правую ногу. Глаза закрываем, чувствуем носок правой ноги и макушку на вдохе. И на выдохе внимание туда,
Где тянется сильнее всего? Туда внимание. Улыбаемся, глаза открываем, пятку ставим на линии плеча. Перехватываемся, правая рука сверху, левая рука изнутри. И ногу вывел вперед, голову свешиваем. Так, да. На вдохе мы чувствуем ногу левую. На выдохе ногу правую. Держим, тянем, фиксируем. Минута. Десять. Двадцать. Тридцать. Сорок. Пятьдесят. Шесть, десять. Проглаживаем. Плечи вверх-назад, ногу сгибаем. И, держась за ногу, лечь, сделать левую ногу под 90 вверх. Сесть без удара. Ага. О, и носок ты себя, когда садишься. Вот. Ложимся, носок острый. Садимся, левый носок на себя. Назад это вдох. Вперед это выдох. Окей, правую ногу вперед и беремся под правое колено. Перехватывайся за левую пятку. В сторону левая нога, вдох, к паху левая нога, выдох. Да. И правый носок на себя. Да. Работаем. Вдох и выдох. Все снизу подтянуть. Не спешим, да. После очередного движения в сторону, оба носочка на себя, взгляд вперед. Потом глаза мы закрываем. На вдохе чувствуем межбровье, на выдохе
левый тазобедренный сустав, левую паховую связку. Ну что ж, мы глаза открыли, и левая пятка пошла к паху. За правую ногу взяться и потянуться вперед-вниз. Все, остался, я смотрю. Да. Немножечко головой покачай, шею расслабляй. Лицо расслабляй, глаза расслабляй. На вдохе чувствую межбровье. На выдохе внимание туда, где тянется сильнее всего. Держим. Держась за ногу, поднимаемся, проглаживаем плечи вверх-назад. И левую ногу мы выкладываем сбоку, икроножную мышцу вытаскиваем на левой ноге. Да. Правая рука четко в сторону, левая за ступню и вытяжка вперед-вниз. Так, да. Теперь голову подними, посмотри. Меня, да. То есть корпус, рука должна быть 90 в отношении бедра. Пусть это у тебя невысокое положение, но рука прямая, и рукой правой мы пытаемся левую ягодицу к полу дотянуть. Ага. Все, держи. Отлично. А голову свешивай, шею расслабляй. Все, растягиваю, выдохи. Минута. Десять. Двадцать. 30, 40. Пятьдесят. Шестьдесят. Потихонечку поднимаешься. И левая нога через правую. Вот так вот. Да. Так, сейчас боком сяду. Левая сзади по линии левой ягодицы. Правый локоть снаружи, носок передней ноги на себя и правая рука за ногу. О, лучше, да, вот за эту, за правую. Плечи потянул в стороны, макушкой потянулся вверх. Смотришь за левое плечо, мягко дышишь.
Все, да. Держим. Растягиваем выдохи. Аккуратно распутывайся и дальше посмотри, пока посмотри. Оно, в общем-то, несложное движение. Нужно будет аккуратно лечь и правой рукой снизу взяться за большой палец левой ноги, левую подошву полностью прижать к полу, левую руку вытянуть в сторону. Это один. Здесь идет фиксация. Потом мы левую ногу сгибаем, левое колено дотягиваем, левую руку выводим. Затем мы аккуратно поворачиваемся на спину, левую пятку кладем поверх колена, дотягиваемся до голени. Это выдох, это вдох. Потом затылок лежит, и мы правой ногой тянем левую к плечам. Затем возьмем себя под коленки и сделаем другое. Ну, в общем, попробуем. Правая нога прямая, левая немножко в сторону. Левая, да. Смещайся тазом налево. Ложись на правый бок. И правая снизу захватывает за большой палец левой ноги. Да, тяни к полу. На пол. Левая в сторону, ладонью вверх. Взгляд налево. Все, ты остался, я посмотрел. Отлично. На вдохе чувствуем живот, на выдохе поясницу. Мягко дышим. Минута. Расслабляем лицо, глаза, челюсти, язык. Ногу левую сгибай, и левый носок ложится под правое колено. Левое колено дотягивай, и левую руку в сторону ладонью вверх. Все, пока остался, я посмотрел. Так, да, молодец, держи. На вдохе левая рука, на выдохе грудной отдел позвоночника. На спину ложись, и правая подошва лежит на коврике. Левая пятка поверх правого колена. Левая рука между бедрами. До голени дотянулись, кончики пальцев правой ноги коснулись коврика. Пятка на весу. Теперь голова поднимается, голову идем вперед.
Затылок опускается, кончики пальцев правой ноги к полу. Группировка, выдох. Затылок на пол, кончики пальцев правой ноги к полу, вдох. А голову положить. Несколько раз. Достаточно. Возьми под оба колена, присаживайся. Правую ногу мы вытянули вперед и взяли за левую ногу. Поднять ногу левую, выпрямить, потянуться по ноге, вдох. Согнуть левую ногу, это выдох. Не спешим, работаем. Ногу мы оставили левую. Контроль правой ступни, носок на себя. Лицо расслабили, глаза закрыли. На вдохе мы чувствуем носок и макушку как одно целое. На выдохе внимание туда, где тянется сильнее всего. Улыбайся, глаза открывай. По линии плеча левую пятку мы кладем. Левой рукой перехватываемся за носок, правой за пальцы. Покачивая ногу, вывели. Голову свесили. На вдохе мы чувствуем ногу правую, на выдохе ногу левую. Да, держишь, тянешься, фиксируем. Держась за левую ногу, мы спину потянули назад. Проглаживаем левую ногу. Плечи вверх-назад. И левую ногу мы согнули, взяли за нее. Лечь. Правая нога, носок острый. Сесть без удара правый носок на себя. И на себя сразу его. О, молодец. Назад. Вдох. Вперед. Выдох. Тщательно. Хорошо. Вытягиваем вперед левую ногу и беремся левой рукой под левое колено. Левый носок на себя. Правой рукой беремся за правую пятку. Нога в сторону – это вдох. Пятка к паху – это выдох. Так работаем. В сторону,
и к себе. В сторону вдох, к себе это выдох. Не спешим. До предела в сторону, плотненько к себе. Ногу отвели в сторону, смотрим вперед на левую ногу. Лицо расслабляем. Глаза закрываем. Вдох мы чувствуем межбровье. Выдох правый тазобедренный сустав и правую паховую связку. Улыбайся, глаза открывай, правая пятка пошла к паху. Докрутили себя на левую ногу. Взялись, левая рука сверху, правая, да, отлично. Теперь головой немножко покачаю вверх-вниз, добиваясь расслабления шеи. Ну и потом уже не качаешь. На вдохе мы чувствуем пах, в конце вдоха лоб, межбровье, и на выдохе внимание туда, где тянется сильнее всего. Тянем, держим, дышим. Держась за ногу, спиной мы потянулись назад, проглаживаем ногу, плечи вверх-назад и правая пятка с внешней стороны, икроножную мышцу достали, левая рука четко в сторону, правая за носок и потянулись по левой ноге вперед-вниз. Голову свешиваем, шею расслабляем. Да, молодец. Держим, фиксируем. Вдох межбровье и на выдохе внимание туда, где тянется сильнее всего, туда внимание. Потихонечку поднимайся, и правая нога снаружи, слева. Да, правая рука по линии, ягодицы сзади. Левый локоть снаружи, дотянулся до ноги, и левый носок, да, на себя, смотрим назад, за правое плечо. Держишь.
аккуратно себя освобождай и дальше пошагово. Правая немножко направо нога. Раз. Таз направо. После чего ложись на левый бок. Левая рука снизу за большой палец правой ноги. Правая рука в сторону, направо ладонью вверх. Так, да. И пытаешься подошву правую полностью прижать до мизинца. Да. На вдохе мы чувствуем живот. На выдохе поясницу. Дышим. Ногу правую мы согнули, правый носок в ямке под коленом, левая рука на правом коленке, на правой коленке, правая в сторону направо. На вдохе мы чувствуем руку правую, на выдохе грудной отдел позвоночника. Да. Поправляем себя на коврике, на спину. И правая подошва ноги поверх левой коленки. Правая рука между бедрами. Дотянулись до голени, левый носок острый. Начинаем голову поднять, потянуться вперед. Это выдох. Затылок опустить, кончики пальцев левой ноги к полу, это вдох. Не спеша. Затылок клади и левым бедром тяни правую ногу к себе, еще и добавляя рычаг рук. Да, а голова ложится на затылок. Теперь мы беремся изнутри за ступни и оба колена тянем в подмышки. Да. Тянем вниз поясницу и крестец. Минута. Десять. Двадцать. Тридцать.
40. Пятьдесят. Шестьдесят. Левую подошву ставь. За правую ногу двумя руками берись. И дотягивай правую ногу к себе. Да, держим. Левую ногу, носок острый, 30 градусов над полом, нога прямая. Ниже, левую ногу ниже. Вот так вот, да, молодец, держи. Правую ногу сгибай, левую пятку клади. Двумя руками, держась за правую ногу, мы дотягиваем правую ногу на себя. Держи, фиксируй. Теперь правую ногу сгибаем, мы перемещаемся на левый бок. Левой рукой беремся за подъем и по правому плечу будем тянуть правую ногу. Да, над полом. Здесь одновременно нога пытается выпрямиться, вот так вот. И одновременно мы тянем на нее и пытаемся еще и потянуть подбородок и живот вниз. Да, 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 да. Фиксируй. На спину. На спине беремся за левую ногу и тянем левую ногу на себя. Держим, фиксируем. Поднимаем правую невысоко, градусов 30. Прямую под коленкой. Правую. Держим. Левую согнули, правую опустили и правый носок на себя. Держась за левую ногу, дотягиваем левую ногу на себя. Все, держи, фиксируй. Лицо расслабь и растягивай выдохи. Левую ногу сгибаем, ложимся на правый бок, который справа. Правой рукой беремся за левый подъем и по левому плечу тянем левую ногу. Аккуратно ногу расслабляй. Головой потянулись между коленок, руки в замок. С каждым выдохом поглубже. Носки вместе, да. И затягиваем себя вперед. Теперь ноги под 45 вперед. Руки от головы под 45. Поясницу тянем вниз.
сгруппировались. И будут у нас с тобой перекатики вперед-назад. После очередного переката вперед, носки вместе, пятки вместе, руки вперед, а голову вперед вниз. Ну, пока это все, да. Подтянуть сильно в глубину таза промежности анальный сфинктер. Держим. Аккуратно присаживаемся, ноги выводим вперед на ширине таза. Носки вперед, таз вверх, грудь расправляем. И движение головы вперед, выдох, назад, вдох. Не спешишь. Все тело, таз пола не касается, голова вниз, выдох, живот вверх, вдох. Вверху мы остаемся, грудь расправляем. Посмотрел вперед, руки немножко сгибай, тяни поясницу вниз, ягодицы вверх, один локоть к другому. Да, держим. Таз опускай, ноги на ширине плечей. Сверху беремся за носочки. Ноги полностью не выпрямляются, чуть-чуть согнутые. Наползаем ребрами вперед, а потом спину тянем назад. Как гусеница. Вперед и потом назад. Вперед это выдох. Назад это вдох. Не спешим. Ноги выпрямить, качнуться, ягодицы из-под себя убрать. И вытягиваемся вперед-вниз по ногам. Минута. Отлично. Держим. Тянем. Вдох, межбровье, выдох, внимание туда, где тянется сильнее всего. Счет и раз. Десять. Двадцать. Тридцать.
40. Пятьдесят. Шестьдесят. Держась за ноги, спину тянем назад. Ладони под колени, голова в живот. С каждым выдохом поглубже. Поднырнули вверх, вперед, плечи вверх, назад. И дальше нужно будет приподняться. Я развернусь немножко. Вот так вот. А руки прямые. И чуть шире плечей. То есть руки вот такие вот. Да, и взгляд снизу. Снизу вверх. Смотришь вверх на потолок. Вот, молодец. Да, держим, держим. Теперь Бакасана. Это помнишь, коленки в подмышки. Отлично. Ставь пятки. Руками отталкивайся от ног. Ноги на ширине таза. И вытягиваемся по ногам вниз. Держим. Оттолкнулись, посмотрели вверх. Пальцы рук перед носочками. Носки на себя, лицо вверх. Пальцы на пол и пытаешься пальцами рук надавить возле пяток. И сгруппироваться. Пальцы перед носочками, носки на себя, лицо вверх. И ладошки под ступни. Поглубже тянемся вперед-вниз. Да, отлично, молодец, держи. За большие пальцы ног берем и тянем локти в стороны. К ногам. Отходим правой ногой назад на коленку, левой ногой на коленку. Ладошки под плечами, ноги на ширине таза. Да. Сейчас после выдоха мы будем втягивать, выпячивать мышцы, не делая вдоха. Когда, ну, помнишь, да, называется втягивание живота вот так. Это после выдоха мы не делаем вдох, делаем выдох и подтянуть, выпятить. Сколько получится? Когда сделаешь вдох, мне скажешь, есть. Или все, ну, чтобы я слышал, что ты закончил, да? Окей, делаем выдох через нос. Вдох. Выдох через рот. Да, подтянуть, выпятить.
Отлично. Теперь что мы сделаем? Смотри. Мы выйдем вот в такое положение. И в нем мы просто втянем живот. Не будем делать вперед-назад. Делаем выдох через нос. Вдох через нос. Громкий выдох через рот. Втяни живот и останься. Когда сделаешь вдох, тоже мне скажешь, чтобы я понял. Сделал, да, отлично. Коленки ставь. Правая нога, я так немножко перемещусь, в сторону, носком вверх. И толкаешь ее до своего предела в сторону, а левый носок на себя. Да. Подошва правая к полу. И бедра у нас четко в плоскости тазобедренных суставов. Ни назад, ни вперед. Корпус вниз, локти к телу. Все, фиксирую, я посмотрю. Отлично, молодец. Держим. И чувствую жар, который возникает в суставах, в области таза. Мысленно направляешь его в позвоночник. Как будто это пламя, огонь. А позвоночник пустая трубка. И пламя, жар, огонь идет в позвоночник до макушки. Все, держим. Подтянул правую ногу. Снова мы встали на четвереньки. И левая нога вышла вперед. Я чуть-чуть боком развернусь к тебе. Ага. Правый локоть слева. Правый. Да. Ведешь его в пах и захватываешь сзади в замочек. Вот. Можешь замочек сделать, нет? Не можешь. Тогда по-другому делаем. Смотри. Вот такое положение. Да. Локти на одной линии. И коленка правая от коврика. Смотришь за левое плечо. О! Жестко ногу выпрямляй под коленкой. Правую прямее. Да, дыши. Аккуратно раскручивайся. И левая нога пошла в сторону. Правый носок наружу. Корпус вперед вниз. Все снизу подтянуть. Держим. Да. Чувствуем жар в суставах ног, в области таза и крестца. И направляем его на выдохе до макушки в позвоночник. Позвоночник как будто пустая трубка. И там жар как огонь. Поднимайся, подтягивай левую ногу. И правая нога вперед. Раз. Левый локоть снаружи. Ладони вместе. Да. Теперь смотри, правый локоть вперед не выводи. Он в плоскости. Левое колено от пола и левую ногу сильно и жестко мы выпрямляем. И смотрим за правое плечо. Середина. На четвереньках мы снова делаем с тобой выдох через нос. Вдох через нос.
Выдох через рот. Подтянуть, выпятить. Коленки от коврика. Выдох через нос. Вдох через нос. Выдох через рот. Живот втянуть поглубже и просто держим. Без манипуляций брюшными мышцами. Коленки ставь, правая нога в сторону, носком вверх, до своего предела. Когда нога дошла до предела, поправляешь бедра, левый носок наружу, корпус вперед-вниз. Держим. Отлично. Чувствуем жар в суставах, в области таза, в области крестца. Позвоночник представляем в форме трубы. И весь жар, как огонь, в эту трубу до макушки. Ногу подтягивай, левая нога вперед, правый локоть слева, ладони вместе, правое колено от пола, смотрим за левое плечо, держим. Аккуратно ставь правое колено, и левая нога пошла в сторону, носком вверх. Правая коленка наружу, корпус вперед-вниз. Держим. Подтягивай, и правая нога пошла вперед, левый локоть снаружи, ладони вместе, локти на одной линии, левое колено от пола. Середина. И третий подход. На четвереньках. Втягивание, выпячивание живота. Выдох через нос. Вдох через нос. Выдох через рот. Подтянуть, выпятить. Дышим. Колени от пола. Пятки к полу, таз вверх. Выдох через нос.
Вдох через нос, выдох через рот. Живот втянуть, остаться. Колени ставь, правая нога носком вверх в сторону, подошва к полу, корпус вниз, правая пятка, левая коленка на одной линии, между левым бедром и икроножной мышцей 90. Держим. Подтянули ноги, шагнули вперед левой ногой, раз, правый локоть снаружи, два, локти на одной линии, три, правое колено от пола, смотрим за левое плечо. Ставь правое колено. И левую ногу выводи в сторону, носком вверх. Когда дошла до предела, корпус вниз. Жар в позвоночник до макушки. Подтянул ногу, шагнул вперед правый, левый локоть снаружи, ладони вместе на одной линии, левое колено от пола, смотрим за правое плечо. Ставь колено. Ставим мы руки на предплечье. И коленки от коврика. Лобковая кость к пупку. Ноги вместе, носки вместе, пятки вместе. Коленки кладем. Идем вперед. Носки вовнутрь, пятки наружу. И зацепиться ребрами, а потом потянуться вперед. Несколько раз. Правая рука ладонью вниз, налево. Левая ладошкой вверх, вдоль тела, подбородок вниз. Да, отлично, молодец. На вдохе нога, рука левая, на выдохе рука правая. Правая рука направо, ладонью вверх. На нее мы наползаем, подошвы ставим. Берешься за мочек. Ну и замочек выворачиваешь. Да.
А ногу-то согни, правую поставь тоже. Вот, да, используй ее как рычаг. И делаем все то же самое с другой рукой. Левая рука в сторону, ладошкой вниз. Правая рука вдоль тела, ладошкой вверх. На вдохе рука правая, на выдохе левая. Левая рука в сторону, ладонью вверх, лечь на бок, поставить правую, потом левую, ну и попробовать взяться в замок, замок вывернуть. Аккуратно к животу. Голова на лоб, руки чуть выше макушки. Ноги на ширине таза. Мы поднялись, руки немножко согнули. Да, локти чуть уже. Грудь вперед, плечи назад. Ну, чуть выше пытаешься подняться. Да, держим. Локти вниз, плечи кистям, вытягиваешься из таза, раз, поднимаешь локти, два, поднимаемся на колени, ноги на ширине таза, колени от пола, пятки к полу, таз вверх. Руки немножко согни в локтях и головой потянись вверх. А потом руки выпрямляй и головой тянись вниз. Руки шире не делая. Держим. Окей, колени ставь, левую ногу клади на правую, ноги перекрещивай. Потихонечку мы по средней линии сели. Так, сейчас я руки поближе поднесу. Правая рука сверху левой, правая, левая. Мизинцы зацепил, мизинцы. Указательный. И соединил кончики больших и средних. Безымянные свободно. Безымянные, да. О. Так, отлично. Перед собой. Лицо расслабляй. Глаза закрыты. На вдохе мы чувствуем пальцевое замыкание. На выдохе внимание в глубину груди. Дышим. Фиксируем. Улыбаемся. Еще немного.
Когда глаза откроешь, сознание будет чистое и ясное. Голова светлая и легкая. В теле прилив жизненных сил и бодрости. Настроение прекрасное. Самочувствие великолепное. В теле прилив жизненных сил и бодрости. Улыбнулся, глаза открыл, ладошки сделал вместе. Вместе. Ладошки вместе. Окей. В чат я поместил ссылку. Ссылку. В ссылке два аудиотрека. Один 15-минутный, другой 30-минутный. Понял? Понял. Хорошо. В зависимости от времени слушаешь либо 15 минут, либо 30. Лучше 30. Если времени мало, то 15. Вот. Вопросы, предложения, пожелания. Только сейчас, наверное, у нас время закончится, да, конференции? Нет, нет, он не закончится, когда у меня нет этого... Лимита, да? Да, нет лимита. Хорошо, хорошо. Угу. Да, было вопрос. В-первых, спасибо вам большое. Пожалуйста. Понятно, просто. Понятно, что так. Да. Угу. Угу. Ну, не только быстро, она даже не как-то... Угу. Ну, не в ритме биться. Угу. И все время, ну, как угодно. Угу. Да. Ну, такие вещи. Хотела, не знаю, вашего экспертизы. Смотри, мы с тобой выучим два пальцевых замыкания, и они тебе помогут. Вот смотри, первое пальцевое замыкание. Это знак, я сейчас знак тебе нарисую, вот смотри, как он выглядит. Палочка, так и так. То есть как один, но у единицы в другую сторону носик, вот. Понятно, да? Смотри. На левой руке, сейчас я тебе разверну руку левую. Это левая рука. Большой палец в сторону. Сейчас попробую. Ага. Большой палец сильнее вниз, чтобы получилось... Вот такая штука. Видно, да? Раз. О, лучше, да. И на правой руке то же самое, но наоборот. Вот это правая рука. Все пальцы. Вот. И правая рука накладывается до предела. Вот. А пальцы должны в разные стороны смотреть. Смотри. Левая рука пальцем смотрит направо, а правая рука... Налево.
получился знак, напоминающий Z, zero. Но вот эти вот палочки в сторону, вот, хорошо. А теперь тебе нужно сделать его немножечко ровнее, чтобы он выглядел покрасивее, да? Вот. Окей. Теперь пошевели плечами, сядь ровно, чтобы вот он удобно так лег. Угу. И я пальцы расцеплю, ты не расцепляй. Нужно представить, что он большой, вот эта центральная линия, отсюда козырьком линия выходит вперед, одна, а другая за спиной уходит назад. То есть ты соотносишь его с телом. Вперед, назад. Понятно? Здесь козырек, линия туда. Центральная линия вдоль тела. И за спину идет вот. Он вот такой вот. Раз, два, три. Понятно? Хорошо. Это называется гребень дракона. То есть дракон очень мощное существо. И вот этот гребень дракона, он излишние эмоции вот отсюда, он убирает, распределяет по телу. Здесь как шлем, защищающий голову. И сзади лишнее тоже убирается, как хвост дракона. Все, посиди. Я несколько раз произнесу мантру, понаблюдай за собой, как она работает, какие ощущения вызывает. Эй-ваз. Ладошки сложи вместе, улыбнись, настройся, что когда глаза откроешь, руки расцепишь, сознание будет чистое и ясное, голова светлая и легкая, в теле прилив жизненных сил и бодрости. Улыбнулся, глаза открыл. И второе пальцевое замыкание. На руках вот пальцы средние. Они к центру ладошек. К центру. О! Указательные и безымянные вместе. Мизинчики вперед, большие пальцы назад. О, молодец! Вот в центре это сердце дракона. Большие пальцы – голова дракона. Мизинцы – хвост, а указательные и средние, вот это крыша, как такая пагода. Понятно? Хорошо. Теперь большие пальцы по центру груди упираются. Лицо расслаблено. И представь джунгли. В джунглях восточный храм. Острые крыши, высокие башенки. И внутри изображение дракона. Вокруг спокойствие, умиротворение. Спокойно маленькое озеро, как чашка, полная
водой. Бамбук совсем похож на хижины. Деревья словно море крыш. А скалы острые, как пагоды, возносятся среди цветов. Мне думать весело, что вечная природа учится у нас. Улыбнулся, глаза открыл, ладошки сложил вместе. Сейчас я покажу, но мы выполнять технику не будем, пранаяму, просто я расскажу. Клади безымянный палец на правой руке на ноготь мизинца. Это на правой руке, да. Два пальца, указательный, средний, в межбровье. Большой палец свободен, эти пальчики свободны. Вдох через левую ноздрю на 4 счета про себя. Потом грудь поднимается, подбородок ключица. 4 счета. Потом выдох через правую ноздрю. И раз, и два, и три, и 4. Вдох через правую ноздрю на 4 счета. Задержка на 4 счета. Выдох через левую ноздрю на 4 счета. Это один цикл. Таких 12 циклов. Давай сделаем 3 цикла. Сядь ровно. Левая рука. Вот так. Да. Плечо пошевели правое, удобнее устраивая. Выдох через обе ноздри. Замыкай правую ноздрю, вдох через левую. И раз, и два, и три, и 4. Грудь поднимай, подбородок ключица. Все снизу подтяни. И раз, и два, и три, и 4. Выдох через правую. И раз, и два, и три, и 4. Вдох через правую. И раз, и два, и три, и 4. Не дышим. Подбородок ключица, грудь выше. И раз, и два, и три, и 4. Выдох через левую. И раз, и два, и три, и 4. Это один цикл. Вдох через левую. И раз, и два, и три, и 4. Не дышим. И раз, и два, и три, и 4. Выдох через правую. И раз, и два, и три, и 4. Вдох через правую. И раз, и два, и три, и 4. Грудь поднял, подбородок втянул. И раз, и два, и три, и 4. Выдох через левую. И раз, и два, и три, и 4. Третий цикл. Вдох. И раз, и два, и три, и 4. Не дышишь. И раз, и два, и три, и 4. Выдох через правую. И раз, и два, и три, и 4. Вдох через правую. И раз, и два, и три, и 4. Подбородок ключица, взгляд в межбровье. Раз, два, три, 4. Выдох через левую. И раз, и два, и три, и 4. На обеих руках указательные большие пальцы. Лицо расслаблено, настраиваешься, что когда глаза откроешь, сознание чистое и ясное, голова светлая и легкая, в теле прилив жизненных сил и бодрости, настроение прекрасное, самочувствие великолепное, в теле прилив жизненных сил и бодрости. Улыбнулся, глаза открыл и повторим мудру Эйвас, гребень дракона. Это левая рука, вот так вот. Да, а большой-то палец вниз, козырек. Правая рука и правая рука на левую. О, молодец. А теперь уголки пальцев. 45, 45. Угу.
немножко плечами пошевели. Козырек от головы вперед и сзади, как хвост, чуть вверх-назад. Теперь средние пальцы к центрам, большие пальцы вместе, указательные и безымянные вместе, мизинцы вперед. Да. Большие пальцы по центру груди. Джунгли, в джунглях восточный храм, в храме изображение или статуя дракона. Очень спокойно, умиротворено, загадочно, таинственно. Ладошки вместе, улыбнулся, глаза открыл. Ну что, я делал видеозапись, ссылку тебе скину сегодняшнего занятия. Посмотришь, самостоятельно поделаешь. Пальцевые замыкания, ну, Эйвос и, да, дракон. Понятно? Понятно, все понятно. Да, по... ссылки попробуешь послушать и порасслабляться, лежа на спине. Два трека. Хорошо. По поводу следующего занятия, ну, решай, когда, что. Я рад, с тобой буду позаниматься.